Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господь с вами. Так, дорогие братья и сестры, сегодня очень особенно мы хотим помолиться для Сына, для душа Его и тоже для вас. Когда мы вместе с вами этот печальный момент, мы празднуем. Я скажу праздновать, потому что это тоже наша вера, что мы всех дети Божьи. И мы живем всегда из этого надежды, что Бог принесет нам на вечную жизнь потом. Поэтому, когда мы начинаем сейчас эту службу, еще раз мы помним наши грехи. Он умер для нас, чтобы спасать нам. Но это нужно, чтобы тоже и мы были готовы принимать Его спасение. Поэтому в начале этой святой мессы еще раз мы помним наши грехи, мы просим Бога Его прощения. Исповедую Богу Всемогущему и вам, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и несовершением добра по моей вине, по моей вине, по моей величайшей вине. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и простив грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, 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 помилуй. Христе, 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 помилуй. Господи, 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 помилуй. Помолимся. Всемогущий, милосердный Божий, сподоб нас обрести подлинное участие в воскресении Христа, Сына Твоего, который с Тобою живет и царствует
в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Чтение деяния святых апостолов. В те дни народ филиппийский восстал на Павла и силу, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забыл в колоду. Около полночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел воскликнул громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься, ты и весь дом твой». И проповедал слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Слово Божие. Благодарение Богу. Спасет меня десница Твоя, Господи. Спасет меня десница Твоя, Господи. Славлю Тебя всем сердцем моим, что Ты услышал все слова уст моих. Пред ангелами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим. Спасет меня десница Твоя, Господи. Славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Спасет меня десница Твоя, Господи, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек. Дел рук Твоих не оставляй. Спасет меня десница Твоя, Господи. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пошлю к вам Духа истины, говорит Господь, Он наставит вас на всякую истину. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Господь с вами. Чтение Святого Евангелия от Иоанна. Слава тебе, Господи. В то время Иисус сказал своим ученикам: «Теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам, это печально исполнило сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, что я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верит в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князя мира сего осужден». Слово Господне. Хвала тебе, Христе. Это чтение, что мы слышали сегодня, они обычно из этого дня, я не брал особенное чтение из этого месяца, когда мы подумаем от Василия. Но это тоже все равно очень подходит. Потому что мы сейчас находимся 2 дня до Вознесения Господня. Четверг будет это торжество. И поэтому уже сейчас у нас есть эти моменты, когда Иисус говорит, что нам печально, что Он идет. Вы помните, что это был после воскресения Его. Он был еще 40 дней вместе с Его апостолами. И они уже чувствовали это очень, очень большой боль. Потеряет Иисус первый раз. И сейчас Он скажет, что Он опять идет. И мы должны радоваться. Мы должны, правда, быть рады, что Иисус оставит нам опять. И мы не это понимаем. Я скажу это сейчас лично для меня до сих пор. Для меня, для моя логика человеческая. Лучше было бы, что Иисус всегда был виден. Между нами еще после 2000 лет, еще как Бога человек. И Он скажет: нет, вы не понимаете, лучше, что я иду. И я скажу, что это отличный подход, потому что тоже для вас, кто неожиданно потеряли Василий, вы не можете радоваться. Это очень печально, и это тоже понятно. Помните, что даже Иисус плакал горки, когда потерял Лазарь. Но Он знал уже, что Он будет воскресить Нему через 30 минут. И все равно плакал горки, потому что, когда мы потеряем, кто мы любим, это для нас совсем тяжело. И это всегда так. Мы очень часто не понимаем планы и воли Божьей. Но я спрошу вам, когда мы размышляем от этого, первый раз, когда Иисус умер, кто бы сказал, что это была хорошая идея, что Иисус умирает на крест? Никто. Кроме самого Иисуса и Матери Божией, наверное. Только они поняли, что Бог хотел делать через это. Мы помним, что даже Петр, святой Петр, сказал Иисус: нельзя так говорить. Хватит говорить постоянно, что ты будешь страдать и умирать. Нельзя. Но что был ответ Иисуса к нему? Отойди от меня, сатана. Потому что твои мысли не божественны. Ты думаешь только как человек. И тоже и мы. Когда мы потеряем, кто мы любим. Это так тяжело, чтобы мы откроем глаз наши, что дают нам глаз на веру нашу, что дают нам это утешение, это надежда, что хорошо, сейчас Василий больше здесь не на земле. Но мы верим, что Иисус воскреснет всех. Мы верим, что после этого жизни мы будем жить с Иисусом. И поэтому, когда Иисус говорит тоже из этого сегодня, что Он идет,
и печально исполнено сердце ваше. Мы можем прекрасно подумать и понимать, как был у апостолов с того времени. Иисус, не оставь нам. Не оставь нам один. Как за... Ему есть два детей, да? Как ты оставишь два... Ну, там, потом мы помним, Бог знает больше, чем мы. Он знает самый лучший момент за каждого из нас, чтобы оставить это земле и идти на вечную жизнь. Такая же, как Он знал точно, сейчас это время, время моя здесь кончилось на земле. Это время, что я верну Отца моего. И потом Он будет посылать нам что? Кто? Утешитель. Знаете, это утешение, что Бог хочет нам дать. Он хочет утешать нам. Подумаем, сколько из нас страдаем. Каждый из нас есть что-то, что нам тяжело, чтобы тоже тяжело или принимать, или тоже если мы уже приняли, все равно больно. И Бог хочет дать нам Его Дух, Дух Святой. И этот Дух будет потом делать нам новый. Это будет утешение наше. Хорошо, мы уже приняли Духа Святого через крещение наше, через миропомазание наше. Мы приняли полнота Святого Духа. Но как все эти дары Божьи, это зависит от нас. Как я живу потом мою веру. Сколько времени и сил я даю внимание в Бога. Или я могу жить как всех и да ладно. Мы видимся, когда будет что-то особенное в жизни. Но если нет, тогда церковь не обязательно. Или я могу решать. Я хочу жить каждый день, как дар Твоя, Господи. Я хочу разделять мою жизнь с Тобой, Иисуса. И потом этот дар Святого Духа тоже через нас будет больше живой. И мы заметим, правда, какие утешения Бог нам дает. Есть сказано на по-английски это, что я очень люблю. Это не переводится совсем, но все равно очень красиво. Я скажу смысл, не как на английский. Смысл от этого: не существует печальных святых. Потому что если мы святых, если мы правда любим Бог, если мы ищем Бог правда, и мы стараемся жить, как Бог хочет, мы будем всегда рады. Потому что потом, если нам печально, если мы не можем радоваться, тогда значит, что мы еще не до конца достаточно святы. Я говорю это сейчас вам за этот печальный момент. Не потому, что вы плохие, что вам печально. Не в этом плане. Но чтобы Бог будет ваше утешение тоже сейчас в эти печальные моменты. Что тоже в эти моменты, когда вы плачете, Бог будет дать вам эту силу, что вам нужно. Подумайте, Матерь Божия под крестом Иисусом. Она потеряла тоже ей сын. И в этот момент она плакала. Но все равно она знала, Он мой Бог. Он воскреснет. И это такая же наше утешение. Мы будем всех встречаться потом на вечную жизнь. И мы будем всех воскреснуть на последний день. Аминь. Братья и сестры, все мы странники в этом мире, желая обрести вечное Отечество в Царстве Небесной, усердно помолимся нашему Небесному Отцу. Господи, помилуй. Господи, помилуй. За усопшего нашего брата Василия, да упокоится он в мире и сподобится лицезреть величие Твое, Тебя просим. Господи, помилуй.
Во милосердие Твоему, Господи, прости все его прегрешения, да сподобится он войти во врата Твоего небесного Царства. Тебя просим. Господи, помилуй. А родных и близких усопшего пусть скорбь и печаль по ушедшему не затмит их духовного ссора, но укрепит в них упование на жизнь вечную. Тебя просим. Господи, помилуй. Обо всех усопших братьях и сестрах наших, да обретут они благодать вечного общения с Тобою, и да помогут нам своими молитвами на нашем пути к жизни вечной. Тебя просим. Услышь нас, Господи. А нас самих, да удостоимся мы кончине мирной и достойной, чтобы в жизни грядущей вместе со святыми вечно созерцать славу Божью. Тебя просим. Господи, помилуй. Боже, Ты желаешь, чтобы все люди спаслись. По ходатайству Пресвятой Богородицы и всех святых просим Тебя, удостой усопших наших братьев и сестер венца славы небесной и по совершении нашего земного странствуя прими и нас свое царство. Через Христа Господа нашего. Аминь. Номер 148. Вот он хлеб, которым люди живы, вот и чашу поднимают снова. Да людей плод и лозы ленивы, дар спасения плод и кровь Христовы. И любовь теплее, чем пшеница, не иссякнет и не прекратится. Не иссякнет кровь Господней чаши, и едина крепость церкви нашей. Кто грешил и кто грехом измаян, кто затерян, кто потерян в мире, собери нас, добрый наш хозяин, в отчем доме на едином пире. И любовь теплее, чем пшеница, не иссякнет и не прекратится. Не иссякнет кровь Господней чаши, и едина крепость церкви Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего, равно и на пользу нашу и всей Церкви Своей Святой. Прими, Господи, дари ликующей Церкви. Ты не спаслал ей источник столь великой радости. Даруй ей также плоды вечного ликования. Через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. И сердца. Имеем их у Господа. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойна это и праведна. Поистину достойна и праведна, должна и спасительна. Тебе, Господи, исповедовать во все времена, но особенно восхвалять Тебя в это время, когда заклан за нас Христос, Пасха наша. Ибо с разрушением ветхого обновляется все падшее творение, и полнота жизни восстанавливается в нас во Христе. Поэтому, когда мир наполняется пасхальной радостью, ликует вся земля, и небесные силы, и ангельские воинства песен славы Твоей воспевают, непрестанно взывая.
Истину святи, Господи, источник всякой святости. Поэтому просим, освети эти дары Духом Твоим, подобно росе нисходящим, дабы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он же, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, преломил и подал ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом после вечери, взяв также чашу и вновь вознося Тебе благодарение, он подал ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которое за вас и за многих прольется в отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Тайна веры. Смерть Твою восвящаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, доколе Ты придешь. Поэтому, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобою и служить Тебе. И смиренно молим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Духом Святым воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, и соделай ее совершенной в любви, вместе с Папой нашим Франциском и епископом нашим Аделью и всем духовенством. Помяни слугу Твоего Весинию, которого Ты призвал к себе из этого мира. Даруй, чтобы он, соединенный с Сыном Твоим подобием смерти, с Ним же соединился и подобием воскресения Его. Помяни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, и допусти их свет лица Твоего. Просим, помилуй нас всех, дабы вместе с блаженной Богородицей Девой Марией, блаженным Иосифом и ее обручником, блаженными апостолами и всеми святыми, от века Тебе угодившими, мы удостоились быть участниками вечной жизни и Тебя восхваляли и прославляли через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Него и с Ним и в Нем
Тебе, Богу Отцу всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во все веки веков. Спасительными заповедями правновлонья и божественным наставлением на учение Дерзайн говорит: Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Избав нас, просим Тебя, Господи, от всякого зла. Даруй милостивыми во дни наши, дабы укреплённее силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и огращены от всякого смятения, ожидая блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умерить, объединить ее, Ты живущий и царствующий во веки веков. Аминь. Господа будет всегда с вами. И с Духом Твоим. Отец Божий, вот отъемлющий грехи мира, блаженный званый на вечеру Агнца. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится.
Услышь, Господи, моления наши, чтобы участвуем в таинстве нашего искупления, помогала нам земная жизнь и приобщала нас к вечной радости. Через Христа Господа нашего. Аминь. Матерь, Тебе принадлежим от ныне и навеки, с Тобою и через Тебя. Я хочу навсегда принадлежать Господу нашему, Иисусу Христу. Аминь. Господь с вами. И с Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите, мессу соверши вас. Благодарение Богу. Номер 206. Мария, Тихий Свет, Врата Небес, Святого Духа храм, приведи нас к Иисусу и Отцу, Ты Матцем бедным, Ты Матцем нам, благословенна Ты, Ты исполнена Божьей красоты. Матерь света, просвещай всех нас, и на земле, и на небесах. Мария, Тихий Свет, Врата Небес, Святого Духа храм, приведи нас к Иисусу и Отцу, Ты Матцем бедным, Ты Матцем нам, благословенна Ты, Ты источник сердечной чистоты, Ты чертог небесного огня, неопалимая глубина. Мария, Тихий Свет, Врата Небес, Святого Духа храм, приведи нас к Иисусу и Отцу, Ты Матцем бедным, Ты Матцем нам, благословенна Ты, охрани нас от смуты и суеты, удостоящаяся венца, о Пресвятая Богородица. Мария, Тихий Свет, Врата Небес, Святого Духа храм, приведи нас к Иисусу и Отцу, Ты Матцем бедным, Ты Матцем нам. Святой Архангел Михаил, защити нас в битве против лукавств и козней дьявола. Будь нам заступником, да повелит ему Господь. Смиренно молим, а Ты, князь небесного воинства, силой Божией вергни в ад сатану и других злых духов, бродящих по миру, на погибель душам. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.